Так, сейчас. Сейчас, давай, что писать? Цена. Пиши. Цена за штука. А штукатурить цена за квадратный метр. Цена. А ена, что это ена? Тихо, тихо, сейчас все будет, сейчас все будет. Цена За за... мэ в квадрате за метр, ну пусть А будет что метр. он ругается Тише, там? да ладно, все, успокойся. Вот Сейчас за метр... окраска. А вот тебе что? Метр, штукатурка. За метр Штукатурка, квадрат, все хорошо. правильно. Штукатурка. Штукатурные работы. Да, в городе Самара. Это не Ага, надо, Москве ага. это Азов. Да. Ну, просто я напишу сам. А мне надо записать, потому что я так не запомню. Не надо вот только мою ручку Я брать. тебе сейчас точно такую дам новую. Ну, можно что-нибудь другое взять. Какой сайт ты будешь выбирать? Любой выбирай. А это надо звонить, что ли? А что, так нет? Ну, сейчас А вон, посмотрим. смотри, что Короче, такое? ну, хорошо, ты... Механическим способом, вот как? Ну, вот у него спроси. Сюда, понятно, тихо, спокойно. Так, тебе вот что, то есть тебе мастера кто покрасит Нет, не или цены, просто цены. штука? А сейчас, наверное, мастеров будут. Нет, а, ну ты Ну просто, что? нет, я все, я просто что-то по-другому, что-то понял по-другому. Вывести. Да, это, по-моему, там мастера. Фу, Ну, обсудим фронт работ, да, на 30 дешевле. Солнечно. Это, наверное, просто мастера. Тогда надо яснее тише, тише, убивать. тише, тише. Ну как яснее? Подскажи. Ну вот, узнать, допустим, стоимость штукатурных работ в Самаре. Вот тут есть. Ну давай. Вот, да. Вот, тут, это вот эта штукатурка. Ну нет, штукатурка. Волмак. Я знаю, насколько стоит. Не надо мне это. Сколько стоит штукатурка? Мне А что штукатурка. тебе надо тогда? Работа сколько заштукатурить? Вот, тогда надо позвонить по телефону. Вот по этому телефону звони. Где кто? Ну, плюс 7. Ну тех, кто я не вижу. 917. 917. 112, 54, 78. 112. 50... Нет, там 917 сначала идет. Я записала. 125 дальше. Какой 125? Ну Нет, ты здесь... диктуешь, блядь, как это? Ну какой 917. 917? 100, 112, 54, 78. 54, 78. Ну давай еще парочку. Вот у нас здесь только Ну мало. я просто не понимаю, что ты хочешь-то. Сколько стоит? Вот. Штукатурка, вот Тогда... цена. Вот дальше, вот смотри, вот. Чего? Вот расценки на вот прайс-лист, давай. Хорошо. Но это не значит, что это прям будет прайс-лист. А может и будет, но я... Вот тут стены. Ну. А, вот это ты хочешь. Стоимость рублей, да, вот тут. Разборка деревянного пола 125 Не-не-не, рублей. штукатурка еще. Штукатурить и плитка выкладывать. Укладка ДСП, Нет, ДВП. Ламинат, нет. Нет, да. плитку еще раз, ты меня услышал? Так, линолеум. Ковролин. От обоев. Демонтаж плитки подходит под это? Нет, это демонтаж, это снятие Да плитки. я понимаю, но подходит ли это? Нет. Монтаж плинтуса. Окраска. Грунтовка. Стены. Вот штукатурка. Ага, да. Стен криволинейной плоскости. 300. Ну, рублей чего? Тихо-тихо, За я говорю комит. 300. Еще я смотрю, штукатурка уравнивается 200. Уравниваемся. Да. Монтаж первого фированного. И кому отец пойдет, ты мне скажи. Тебе какая разница? К людям Я пойдет. просто не интересно, каким людям. Ну, мы сами не знаем, какие нам дали телефон. А, ну ладно, хорошо. Так, ну все, штукатурка понятна. Теперь это плитка.
Ну, я не знаю, сейчас попробую найти, но не факт. Плитка. Гладкого там было, ну как даже. Облицовка кафельной плиткой. Облицовка да, подходит? Да, 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 вот как раз. 325 рублей за квадратный метр. Облицовка кафельной плиткой по диагонали 375. Так, смотри, по прямой 325, да? По диагонали 375. А где эти люди живут? Ты хотя бы скажешь, нет? Ну вот съездим завтра, скажу. А ну куда вы, куда вы? Пришлют смс-ку. А, то есть вы даже не знаете, куда еще? Ну ладно, хорошо. Так, стенка кафельная 325, теперь ищи пол. Облицовка, листай дальше. Это стена. Ну вот сама можно находить. Затирка, подожди, тихо. Да подожди, затирка. Сколько затирка стоит? Швов? Да. 25. Рез 150. Да, ну только обрати внимание, видишь, МП написано. То есть это за. Ну это 1 метр. Погоны, я поняла. А. Резко, что там? Так, это швы 25. Так, 150 резко. Лицовка. Резко 150. Все, нет, еще что-то. Да все или нет? Дальше листай. ППВХ. Грунтовка. Откосов на один раз. А что, грунтовка была написана? На один раз. Ну сколько? 25 тоже. Да, 25 я вот. Вижу за погонный метр 25. Mm-hmm. Хорошо, давай выйдем из этой штуки. Я объясню почему. Потому что нужно ну, еще. Ну, ты лучше не найдешь. Еще посмотреть, еще разок, где-то в другой, потому что сравнить цены. Ты лучше не найдешь. Опять. Может быть, это самое дешевое. Понимаешь, а нужно посмотреть вообще все. Мы все посмотрели. Мы не все посмотрели, но мы посмотрели то, что. А на других нет, на других есть. Вот там, вот, сейчас я тебе покажу. Вот номер, телефон, и все. А потом вот, будешь звонить. У нас 200 рублей, у конкурентов 250. Ну да. Но там же не написано за что. Самарские штукатуры. Ух ты, ну, как вот у них. Видишь, наш. Да, но тут непонятно, за что они. Понимаешь, тут просто написано, что у них там такая определенная цена. Вот такая цена. Это давай посмотрим, что там это. Чего? Еще про кафель. Вот штукатуру все забили, все поняли. Теперь это новый загул. Чего? Плитка. Как это укладка плитки, да? Укладка плитки. Цена, да? Да. Вон укладка, плитка в ванне есть. Плитки. Так в ванне или просто в Самаре? Ну, плитки в Самаре. Ты определись, да, в ванне или в Самаре? Ты определись. В ванне, в Самаре. Нет, ты с одним определись. Хорошо, давай посмотрим там сначала. Где там? Ну, что ты, блядь, издеваешься? Ну, где там? Ну, тут у тебя написано укладка, плитки в ванной. Ну, в Самаре, да, а потом написано укладка, плитки в ванной. Вот я тебя спрашиваю. Давай в Самаре сначала. Так, креативная плитка, плиточник, укладка плитки. Но это предложение услуг, то есть это вот фирма предлагает. Плиточник, вот, например, вот был плиточник, сколько там? Да, есть там, вот, 700 цены, рублей. Вот, сравнить цены. Ну, там 700 рублей за что-то квадратный. Метр, да. Мозаики любой сложности, керамогранит. Нет. Вот это. Нажми укладка плитки. Смотри, не надо тыкать цены в монитор. Я не тыкаю. Мне даже не дотронулась. От 40 до 900 рублей. Так, облицовка. Хорошо. Ой, от 40, от 400 до 900. Ну да. Это теперь давай выйдем отсюда. А это, кстати, тут близко ремонт. Ты журнал выписываешь. Да, 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 я знаю. Давай дальше, назад. А что там еще там есть? А ничего там нет. Облицовка. Точнее, 240. Я цирка, что ли? А почему вы уверены, что с людьми
Вы договоритесь, а? Может, вы не... Может, и не договоримся. Завтра. Но это будет... плохо будет. Ну, вот я тебе и говорю. Мои цены еще не знаю. Так, давай с этого выйдем. Это по журналу. А еще вот такой посмотрим. А тут что, не что это? Тихо, подожди. Тихо. Кладка в ванной. Вот там написано 500. Да. Я даже не... Можно не заходить. Вот написано 500 рублей квадратный метр. Русский. В ванне. Кладка. Да. Тут есть еще облицовка, укладка плитки в Самаре. Это 800 рублей вот идет у нас. Под ключ. Да, под ключ. Что-то у нас еще. Ну, тут звонить надо. Но это кухня, ты не просил для кухни. Ну и все, больше ничего нет. Спасибо. Все. Теперь папе скажешь? Скажу. Ага, а и что она тебе ответит? Ничего. Что он ответит? Завтра еще поедем договорю. Ну иди говори. Че, ну иди говори.